Легендарной команде, флагману отечественного футбола киевскому «Динамо» 70 лет. Вчера наш телеканал транслировал праздничный концерт, посвященный этой дате. Но далеко не все попало в кадр. Среди многочисленных подарков и поздравлений команде выделим один, который был привезен из-за океана. Оказывается, в Соединенных Штатах Америки сотни тысяч поклонников футбола смотрели в прямой трансляции матча «Динамо» в Лиге чемпионов. И сегодня в студии программы «Спорттайм» этот красивый приз был вручен президенту клуба Григорию Суркису. Этот клуб для далеких американцев сегодня олицетворяет не только киевский спорт, не только Киев. Олицетворяет Украину. Я хочу передать этот приз президенту клуба, поздравить его, пожелать его как юбиляру, как новорожденному всяческих успехов. В свою очередь, коллектив «Интерновостей» присоединяется к поздравлению флагману отечественного футбола. Завтра наша страна будет жить по летнему времени. Сегодня, ложась спать, не забудьте перевести часы на 1 час вперед. Эта ночь будет для нас короче на 1 час. А завтрашний день может приблизить нашу мечту о переменах к лучшему. Многое зависит от нас. Счастливо!